130 килограммов гашиша и еще около 20 тысяч таблеток экстази нашли в фуре на белорусско-латвийской границе. Партия задержанного наркотика самая крупная с начала года. Автомобиль остановили в пункте пропуска Григоровщина. За рулем был 52-летний гражданин Литвы. Он намеревался доставить груз через Беларусь в Москву. По документам в фуре находились лекарства. Таможенники обнаружили тайник, вскрыв дно прицепа. Для демонтажа тайника, находящегося в несущей балке вдоль платформы, на котором перемещался железнодорожный контейнер, таможенниками пришлось воспользоваться электроинструментами и затратить порядка 5 часов своей работы. Наркотические вещества находились в спрессованной полиэтиленовой упаковке, обмотанной скотчем. Стоимость в незаконном обороте данных наркотиков составляет порядка 2,5 миллионов долларов США. Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы. По данным МВД, в прошлом году изъято более тонны наркотиков и психотропов. За неполных 3 месяца этого уже более 270 килограммов.